Hello guys, my name is Rafa, welcome to the channel, yes, subscribe to my channel, please react and share my program, yes, let's go. Вы на канале Народная Любовь. Как я уже рассказывал накануне, российский певец-шаман вместе со своими близкими посетил очередной выпуск шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым на канале «Россия-1». Помимо самого артиста, в студию в этот день пришли Людмила и Юрий Дроновы, а также бабушка и дедушка артиста Галина Михайловна и Николай Владимирович. Они рассказали, что творческие способности у Ярослава проявились еще с самого раннего детства. Отец отметил, что еще совсем юный мальчик демонстрировал, что у него, безусловно, есть чувство ритма. Отец сказал, что шаман был как метроном, и уже в год и 8 он запел. А еще зрители увидели сюжет из родного города шамана Новомосковска, где прошло детство артиста, и были продемонстрированы детские костюмы Ярослава и его фотографии тех лет. Также в программе прозвучала песня «Моя Россия», которую Ярослав Дронов традиционно исполнил вместе со своим отцом. В общем, если вы еще не видели этот эфир, если вы являетесь поклонником шамана, думаю, программа придется вам по душе. Я же традиционно желаю вам замечательных выходных. Вы были на канале «Народная любовь». Всем удачи и увидимся! Там, где легко Yes, guys, subscribe to my channel, please. Yes, comment. I love you. Yes, Shaman. Bye-bye.